Всем привет, с вами Мистер, не забывайте подписываться на канал. В Иране заявили о готовности к войне. Сбитый Ираном американский военный беспилотник показывает, что Тегеран готов к войне. Об этом заявил главнокомандующий корпуса стражи исламской революции генерал-майор Хусейн Салами. Его слова приводит Метро. Салами сказал, что произошедшее четкий сигнал для американской стороны. В то же время, по его словам, Иран хоть и готов к войне, но у него нет намерения развязывать ее против какой-либо страны. Генерал-майор также отметил, что летевший над Ормузским проливом беспилотник нарушил воздушную границу Ирана. «Граница – это наша красная линия, любой нарушивший их враг будет уничтожен», – добавил он. В МИД Ирана также осудили нарушение границы и предупредили о последствиях подобных незаконных и провокационных действий, передает Reuters. О том, что военно-воздушные силы КСИР сбили американский аппарат, стало известно утром 20 июня. При этом представитель Центрального командования Вооруженных сил США заявлял, что Иран не мог этого сделать, поскольку беспилотники не летали на территории страны. В то же время чиновник США подтвердил произошедшее. По его словам, был сбит разведывательный беспилотник МК-4 «Стритон». Он создается по заказу авиации американского флота с использованием отдельных элементов стратегического дрон-разведчика РК-4 «Глобал Хавк», эксплуатируемого ВВС США с 2004 года.